Итак, здорово, фаны, подписчики, донатеры, крестьяне, рабы системы, ёпты, бля. Давайте посмотрим на игру Халат. Но вначале скажу, что спонсором данного выпуска является YouTube-канал «Внимание, Бервария». Это канал, на котором парни делают прежде всего обзоры на различные виды пива, ёпты, бля. Не один, сука, Мэдисон, который умеет пиво бухать. Есть еще другие парни, которые тоже умеют пиво бухать и делать обзоры, только на более качественном уровне, ёпты, бля. А также они делают там различные кулинарные рецепты, короче. Поэтому, если вас интересует пиво, если ты бухарик, то переходи к нему, к ним на канал и подписывайся, короче. Ну или просто посмотри, я не знаю, там поставь лайк или что-нибудь поставь, короче. Напиши в намаз number one. Вот. А мы переходим, короче, к обзору игры Хохол. Халат, короче, игра. Халат. Дамский халат после банной. Короче, блять. Сука, меня оглушает это, блять. Игра, звук, хотя я убрал звук. Тут уж сколько убирать, еще меньше, что ли, блять. Вот. Просили меня на нее сделать, она вышла 9 июня, я был занят. То же самое, что я вчера говорил, Сарк, Survival. Та же самая система, что она вышла, и я в то время был занят. Но сейчас вот ручонки дошли, да, халатские ручонки, хохольские, короче, дошли, мы сейчас оценим. Игра весит всего лишь 2,5 гигабайта, поэтому ожидать от нее ничего не стоит. И кроме того, я на нее еще не сделал еще по одной причине, потому что, когда она вышла, я посмотрел ролики, ну, чужие, и увидел, что там хуйня, короче. Вот поэтому не стал делать. Но я знаю вас, сука, вы ебаные школьники, вы, блядь, сука, похуй, что хуйня, вам, блядь... Вы даже игру 2003 года скажете, там пиздатая графика, поэтому вы не верите, сука. Поэтому я все равно решил даже через месяц сделать обзор на эту игру, потому что, как говорится, лучше поздно, чем никогда, сказал еврей, кладя голову на рельсу и смотря вслед уходящему поезду, короче, вот. Поэтому, блядь, язык озвучки нахуй. Нету русского, блядь. Зато язык текста есть. Блять, это что за новая игра, где столько, блять, настроек, блять? Показывать прицел, а где гоу, бля? А, это настройки. Давайте посмотрим на эту хохлатскую игру какую-то, блять. Хохольскую, бля, халатскую, нахуй. Мне даже название не понравилось, какой-то халат, блять, некрасивое, блять. Холат, бля, правильно чиза пишется, халат, блять. Хохлят, блять. Хохлят. Крестьяне какую-то делали игру. Так, северная часть Уральских гор. Группа из 9 студентов Уральского политехнического института отправилась в сложный зимний поход к горе Отуртен. Отуртен. Ну и они там сдохли, короче. Сначала их путешествие шло по плану, но на седьмой день пути ухудшились погодные условия, блять. А гидроминцентр не сообщил. Они заблудились, и им пришлось разбить лагерь. Они заблудились, потому что у них не было, блять, смартфона на андроиде, блять, с GPS-ом, блять. Этот привал стал для них последним. 3 недели спустя, когда семьи не получили сообщения об успешном завершении похода, из Екатеринбурга были отправлены первые спасательные экспедиции, они все тоже подохли, блядь. Ёб твою мать. Блядь, как громко все равно звук, надеюсь, меня хорошо слышно. 25 февраля 59 года был найден заброшенный лагерь. Палатка была разорвана, засыпана снегом, все вещи группы остались внутри. Ну их просто какие-то бандиты убили, блядь. Судя по следам поблизости, они были босиком. Это указывает на лихорадочный побег напуганных до смерти людей, блядь. 2 цепочки следов вели к лесистому участку, блядь. Спасательная команда нашла импровизированный костер и 2 тела. На них были только белые белье, а конечности, скорее всего, получены при попытке в панике забраться на дерево. Что могло их так сильно пугать? Ну, Мишка, блядь, косолапый, нахуй. Следующие 3 тела нашли в районе нескольких сотен метров от первых.
У одного из них был пробит череп, блядь, несмотря на отсутствие следов борьбы. Ну и чё, блядь, сзади, блядь, ёбнули нахуй. Несмотря на отсутствие следов борьбы, только весеннее таяние через 2 месяца позволило спасательной команде. Последние 4 туристов нашли под толстым слоем льда и снега, блядь. Вскрытие дало еще более странные результаты. У всех были обнаружены серьезные внутренние травмы, возникшие в результате воздействия неизвестной силы. Какая неизвестная сила, ебать. В автокатастрофе, блядь. Ну это понятно, это мишка какой-то, блядь. Ебанул нах с кулачка, блядь. Блядь, даже это говно читать неохота. Можно пропустить, блядь. Сука, история для крестьян, блядь. Крестьянская история, нахуй. Так, ёпта, бля. О, можно играть уже. В хохлат. Так, текстурки, бля. 98-й год. Ебать, нахуй, ебать. Мыльцо, блядь. Ну, мыло, ебать. Нету отражений в этих стеклах, ебать. И причем они вообще нереалистично стекла сделаны, блядь, как СССР ебаный. Так. Чё за Машка поет на фоне? Присесть можно? Сейчас посмотрим. Так, на Ctrl можно. Я сейчас с кейпада играю, там не назначено. Потому что там нижняя клавиша это Shift. Блять, придется с клавы-то играть. Ладно, буду играть с кейпада, приседать мне особо не надо. Я вот тут вот присяду тогда. Так, ну текстурка, бля, ебать, так ж. 59-й год, хохлат нахуй. Хыбас пока. Так, а где травка, нахуй? Вчера мне в этом, блядь, в арке, конечно, травка, бля, самая пиздатая. Я теперь буду говорить, травка как в арке. Вот, мазвака. Куда бежать, ебать? Так, блядь, ну текстурки, да, убогие, ебать. И какой школьник, блядь, говорит, что пиздатая графика, сука, уебище ебаные. Как уже заебали, блядь, че не за игра выйдет, все сразу начинают, бля, кукарекать. Вы на мас посмотри, там пиздатая графика, блядь. Ты раз пиздатая, нахуй, блядь. Тут он хамон ебаный, блядь. Так. Так, ну тут, конечно, 98-й год. Я вроде бегу-бегу, а года не меняются, ёпта. Хоть бы, знаете, как в начале игры начинаешь, там текстурки Тутанхамон, потом там текстурки уже Крещение Руси, блядь, потом Невская битва, потом уже там русско-турецкая, блядь, битва, потом нахуй. Ну все лучше и лучше, то есть вы поняли, да, аналогию, блядь. И уже в финале тогда бы были бы самые охуенные графики, и тогда бы на массе игры проходил, блядь. Но, конечно, евреи не придумали пока что еще такую антивономаз защиту. Но тут хоть отражение есть, блядь. Ну, кирпич, конечно, блядь, ебать. Не в арке. Вот в арке там пиздатый кирпич. Хотя вот так вот не так уж плохо выглядит, ёпта, бля. Ну, в арке, конечно, это все попиздаче. Здесь чистый бамп-мэппинг, блядь. То есть, видите, он плоский, просто текстурка. А там, помните, я говорил, что там были задействованы полигоны, походу. Кстати, сам движок Unreal 4 оказался. Не зря мы его выбрали для разработки в Anamas демки, потому что батя все знает, все понимает и понял, что Unreal рулит. Вот. Прыгать нельзя, я смотрю. Я хотел вот травку заценить. Но тут ебать консольщина, прикиньте, вот ебать. Ну это что за игра, вот так вот ты даже пройти не можешь. Ебать, это, блядь, непреодолимый барьер, ёб твою мать, нахуй. Это, блядь, сука, блядь, портал, нахуй, русско-китайская граница, все заминировано, ебать. Так, хохлядская хуйня, блядь, ну-ка присядем, ёпта, бля, специально на клави нажму. Ну, мыльцо, мыльцо, ебать. Ух ты, смотрите, смотрите, следы остаются, ебать, смотрите. Причем след впереди, видите, он впереди, а ноги не видно, то есть след есть, а ноги нет. Видимо, главный герой сам уже призрак, блядь. Видимо, он тот, кого убили. Причем, если он идет назад... А, не, смотрите. Ебать, у него шаги. Он что, блядь, трехметровый, что ли, нахуй? Смотрите. Шаги какие. Уебать, нахуй, блядь. Какой ты, блядь, Фалуев, блядь, ебать. Да, ну что, блядь, от хохольской игры вы хотели, блядь. Так, куда идти-то, бля? Мапа где, я не понял, блядь. Я попытался на М нажать, но ничего не увидел, блядь. Ну это понятно, это какое-то нищее говно, блядь. Тут же, блядь.
Все понятно, блядь. Я не люблю, кстати, снежные. Я уже много раз говорил, со снегом не люблю игры, потому что, ну, никак нереалистично. Не умеют снег нормально сделать, блядь. Как-то это все нереалистично выглядит. Так, калиточка, блядь. Конечно, непреодолимые преграды. Это нельзя пройти. Ёбаный коридорный шутерок, блядь. Все, им уже хуёво. 3 метра пробежал, уже все, блядь. Но, видимо, минус 40, поэтому особо дышать у нее не получается быстро. Так, ёбаная сибирская деревенька, блядь. Классическая, нахуй. До сих пор еще такие. Вы отъедете, блядь, на 200 километров от Москвы. Там ничего не изменилось, ебать. Все так же, блядь, как в средневековье, ёб твою мать. Так, ну тут, конечно, без слез не взглянешь на вагон. Даже в Train Fever лучше. Текстурко. О, а вот тут можно пройти, охуенчик. Ну, травка такая нищая, блядь. Ну, как обычно, снежная, мне даже смотреть не хочется, хуйня полная. Не умеет снег делать, блядь. Все как говно выглядит. Ну, куда идти-то, ёпты, блядь? Не в этих трех березах же, блядь, шастать. Ну, ебать, говнище, 2,5 гига весит. Я так и думал, сука, нот. Ну, мне написал человек 10-15 на нее обзор сделать, вот так вот. Немного, да, немного, но все-таки... Хуй знает, блять. И я смотрю, это не брендированная игра, да? Одно дело, когда там Бэтмен выходит, который, ну, бренд, блять, ассасины всякие, да? Но другое дело, когда выходит какой-то не бренд, совершенно какой-то нанейм. И тут всякая шклота припирается и начинает тебе пердолить, блять. Ванамас, ванамас, давай иди делай, блять. Ванамас, 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 хуй тебе в глаз, блять. Так, тупик, ёб твою мать. Тупик. О, как Train Fever, привет. Даже отсюда видно, что полигонов мало. Вон, видите, вот этот. Ну, видно, да, то есть, ну, чё тут, блядь, полигонов не завезли, блядь. Даже с такого, блядь, световая звезда, нахуй, световой год, блядь. До туда, и все равно видно, что полигонов не завезли. Ну, чё тут, тупик, блядь, нельзя, да, нахуй. Где Рошан, ебать, я Рошана найду. Как в это говно играть? Нету ни мапы, мать твою. Давайте посмотрим настройки, может там... Я просто что-то не понимаю. Управление, клавиатура и мышь. Привязка клавиш, боком, присесть. О, карта М, компас С, фонарик Ф, журнал Ж. Ну-ка, сейчас журнальчик почитаем. Ж, Джей, нету, бля. Не жмется, ёб твою мать. М тоже не жмется. Так, а компас, как уж я забыл, бля. Смотрю в книгу, вижу фигу. Компас С, блядь. С, ну С тоже не жмется, блядь. Да, блядь, хохляцкая хуйня какая-то, блядь. Хохлы сейчас на меня обидятся, на минусует, блядь. Скажут: «Вломался, я думал, ты нормальный, а ты хуйло, блядь. Совсем вы там со своим Путиным охуели, блядь. Делайте игры, пиздачи, блядь». Так, ну ладно, пырим, идем, идем, бля, батя, батя тащит нахуй. Батя тащит жопу свою куда-то. То наплево пойдешь, то направо пойдешь. Так, что у нас там? Мост, не мост? Что-то я не пойму, что там. Это ЖД дорога такая, или это теплотрасса? Это теплотрасса, труба, что ли? Это, наверное, Газпром, блядь. Межконтинентальный, блядь, газопровод, ебать. Ебать, это что за хуйня? Это прям в скалу, что ли? Такого не бывает, не надо пиздеть, блядь. Может, еще через Уральские горы насквозь, блядь, там... Проложили газопровод, ебать. Да и тощий он какой-то по нему. Перекачка нефти не особо большая. Крест-накрест, нахуй. Как нищий шлюх трясется. Так, здесь тупик, ебать. Да, игра поражает геймплеем, нахуй. Не зря люди, наверное, ее 7 лет делали. Так, блядь, что-то у меня аж мурашки побежали, ебать, по моему 120-килограммовому телу, ебать. Это чё, бля? Хоррор, нахуй.
Холёль, холёль, хоррор, хоррор. Так, бежим, бежим, блядь. Давай уже, сюжет, сюжет, развивайся нахуй. Хуль ты в напряге держишь. Нахуй он пошел в пещерину, блядь. Сука. Провалился нахуй. В конце я увидел вспышку, блядь. Это мне ёбнули битой по башке, блядь. Звезды из глаз посыпались нахуй. Алло, где, бля? Алло, алло, я ничего не вижу, блядь. Потеря зрения, нахуй. Алло, алло, компас, где навигатор? Где мой андроид, блядь? Мегафон, мегафон, нахуй. МТС, блядь, интернет, блядь. 4G. Ща Google карты открою, блядь. Ну куда идти-то, блядь? Налево пойдешь, блядь, заблудишься. Направо пойдешь, хуй оторвешь. Ладно, я понял, нам просто идти, я уверен. Просто жать вперед, я еще с контролом жму, чтобы точно, блядь. Блядь, ну что за пидорасти ебаные? Кто делает такие игры, блядь? Че за уебки? Давай, 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 чувак. О-о-о, ништяк. А, не, не ништяк. Но я, по крайней мере, увидел землю. Это уже прогресс. Надо, наверное, по земле в землю смотреть. Пока башкой, блядь, об дерево не ёбнешься. Блядь, ебал я это геймплей, нахуй. Говнище, как хомсик, блядь. Я сделал смотр на втором канале, если кого интересует. Там будет говнище, блядь. Что за говно выходит игры, блядь? Людские ресурсы не на то тратят, блядь. Ну чё мне теперь здесь, 2000 километров по Сибири, что ли, хуярить, блядь? Пожрать уже хочется, сука, блядь. А костер где развести, блядь, в чистом поле? В чистом поле, в чистом поле, в чистом поле, ле-ле-ле. Ладно, видите, землю вижу, по крайней мере, бля, побегу по земле. В чистом поле, в чистом поле, пурга, метель, нахуй я сюда пришел. Сидел бы дома, Машку ебал. Пиво бухал, футбольчик смотрел, а я попёрся куда-то, блядь, в Сибирь, нахуй. А айфон мой сел, блядь, подзарядки нету, блядь. Вечерком придется дрочить, нахуй, мазафака. Так, ёпты, бля, сколько еще идти-то, блядь? Хоть бы какая-нибудь стрелочка была, куда идти, блядь. Или такой маркер, блядь, 100 метров, типа, ебошь, нахуй. Ну, я понял, блядь, похоже, вот так вот, блядь, 3000 километров до Транссибирской магистрали дойдешь, там на поезд сядешь, поедешь уже во Владивосток. А там, глядишь, и вторая часть этой игры выйдет. Хохлят, блядь. Вот какие уёбки сделают такую игру, блядь? Чё делать, блядь? Жму все кнопки, нахуй. Может, парашют какой-нибудь? С парашютом улететь, блядь, куда-нибудь. В чистом поле, в чистом поле. В чистом поле, хуёво, ёпты, бля. Сим слабим. Не, чуваки, я не могу делать на такой говно обзор. Давайте, чуваки, все, завершаю. Вы можете меня чморить, как обычно делаете. Мне все равно на это похуй. Но я, блядь, не уёбок. Я лучше пойду сейчас стримить, нахуй. Чем, блядь, 2000 километров по Сибири ебашить. Нихуя не видно ни графики, ничего. Короче, это какой-то не игра, это кусок говна ебаного. Слава богу, что я его скачал с торрента и ни рубля не отдал еще. Каким надо быть долбоебом, что за это 500 рублей отдать. Ну ладно, чуваки, алыверды, ёпты, бля.